Для всего мира 14 ноября – особая дата. Этот день призван привлечь внимание к борьбе с сахарным диабетом. Только в России этим заболеванием страдают более 5 миллионов человек. За что вы получаете? Инсулин или таблеточки сахароснижающие? Также записывайте своего лечащего врача и далее уже контролируйте свой уровень сахара. Виталина Витальевна работает учителем в школе. О своей болезни узнала на одном из плановых медосмотров 10 лет назад. Я думаю, что заболеваемость это была и раньше, просто я не понимала, что это сахарный диабет. Поставили диагноз, что у меня повышенный сахар. Направили к врачу, и началась жизнь с сахарным диабетом. Сахарный диабет – болезнь, которая долгое время может протекать без симптомов, а затем обернуться тяжелейшими осложнениями. Ранняя диагностика и начало лечения помогают не только спасти пациенту жизнь, но и значительно улучшить ее качество. Он придет и скажет: «Мне плохо». И наше дело – чек обследовать, особенно взять те группы риска, которые подвержены сахарному диабету. Люди старше 45 лет и пациенты с избыточной массой тела имеют более высокие шансы заболеть диабетом. Также в группу риска попадают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеющие родителей диабетиков и люди, ведущие малоподвижный образ жизни. Сахарный диабет – это полиморбидное заболевание, которое затрагивает практически все органы и системы, поэтому наш центр эндокринологический, он является многопрофильной клиникой. Возможных сопутствующих заболеваний у сахарного диабета много. Нарушение работы почек, судороги, поражение сетчатки глаза, сбои в работе сердца и сосудов. Помимо эндокринолога, в клинике прием ведут целый ряд специалистов. Невролог, кардиолог, терапевт и гастроэнтеролог, ревматолог, дерматолог, офтальмолог и нефролог. Мы находимся в кабинете диабетической стопы. Здесь прием ведет доктор-подолог. Здесь проводится как гигиеническая обработка стоп, так и удаление вросшего ногтя, обработка различных язвенных дефектов, ранок. Глаза являются одним из органов, который часто поражается при сахарном диабете. Профилактика поможет предотвратить как резкое падение зрения, так и в случае, если уже нарушение зрения произошло, поможет поддержать и восстановить зрение. В клинике действует и дневной стационар. Вы вряд ли найдете сходство с атмосферой больничных палат. Пациенты проходят курс лечения в максимально комфортных условиях. Конечно, радует, что современных клиник в Белгороде становится все больше. Больше возможностей приобщиться к современным технологиям лечения. Это в первую очередь и удобство, потому что и диагностика, и лечение в одном месте. Полностью избавиться от сахарного диабета нельзя, но облегчить симптомы и предотвратить осложнения вполне реально. В современном мире этот диагноз не приговор. Если регулярно следить за уровнем глюкозы и принимать препараты, количество сахара в крови можно успешно контролировать и жить обычной, полной жизнью. Анастасия Логвинова, Сергей Драчев, Белгород Медиа.